Привет. Так, ой, как бы тут так взять, чтобы себя красавицу умницу. Это утренняя мантра. Красавицу умницу. Все сделать. Так. О, у нас тут прям сплошные вопли радости и восторга. Так, вроде бы я все взяла. Так, о, там у нас коровки. Коёвки, коёвки пасутся. О, красавица. Вон, друг лепший коровок. У меня сегодня длинный день. Вчера уже загрузила ночью машину. Вон там все эти мои причиндалы ярмарочные. Денёк у меня сегодня ожидается с Зашей. Очень длинный. Сейчас еду к 10 часам на процедуру. Где это рожа морда? Что ты уж сидел? Вроде смылся уже. Потому что эти любители очень любят посидеть именно там, где еду. Нету. Вот. Поэтому сейчас в 10 часов у меня массаж. Ай, гордо звучит это. Физпроцедуры. Мать их за ногу. Все. Решила, что хватит мне у нее процедуриться, потому что такого херового этого самого. Только деньги вылетают. Вот, поэтому еду туда. Потом мне нужно будет заскочить. Надеюсь, у меня время будет сделать два дела вместо одного. Потом на работу к 12. Заканчиваю работу в 5 часов. Прыгаю в машину и еду в Токистюа. Ой, как красиво, как красиво. Вот, еду в Токистюа. Это у нас такое местное, такой а-ля кинотеатр. В общем, все в одном и том самом. Там можно и кино посмотреть, и в кафе посидеть, и... В общем, много чего. Покажу чуть позже. Я, в общем, туда скачу туда. Там выгрузка. Разложить все вещи надо будет. И потом еще, в зависимости от того, успею я сделать мои партийные дела между другими партийными делами, то либо домой сразу, либо еще кое-что доделать. Поэтому, в общем, день сегодня у меня ожидается длинный. Вот. Что еще хочу сказать? Пожалуй, на этом и хватит. Буду снимать по ходу, если будет возможность. Да, конечно, с моими теплыми вещами на ярмарку, когда на улице плюс 10, это не совсем то, но все уже. Ой, как красиво. Сегодня нашла утром подарочек от Тёфсика, водяную крысу. Чувства, обуревавшие меня утром, описывать не буду. Да. В общем, хорошо, что она была дохлая. Да.
упустим этот момент. Но он как самыми невинными глазками смотрел на меня. Да. Себя. Ой, как же красиво. Надо же, барышни нету. Там удивительно. Может, поехала домой. В Румынию назад. Вышла я из этих процедур душещипательных. Сказала, что беру паузу, потому что толку от этого, как называется, как зайца стоп-сигнал. Красиво. Так. Я смотрю, какая-то девушка. Да, погода так и шепчет. Иди отдыхай. Заехала на бензоколонку, взяла чашку кофе. Сейчас я сгоняем по одному партийному делу. Потом переоденусь и назад на работу. Да, сегодня у меня такой беготня такая сплошная. Но что поделать? Красота будет. Да, листва опала и стали такие виды шикарные. На озера, на наши. Теперь все хорошо просматривается.